Перед началом мастер-класса гости гадают, какую же задачу поставит перед ними Наталья Баженова. Но известная на весь мир художница решает: вместо того, чтобы подражать готовой работе, каждый изобразит свою жизнь. Я опираюсь как на рычаг на их огромный багаж. Вот они здесь все сидят, и у каждого за спиной огромная жизнь, интереснейшая. И я могу эти все факты, их события, что они происходили, я могу использовать это в живописи. Желающие в буквальном смысле прикоснуться к изобразительному искусству выбирают, чем будут писать: краски, карандаши, мягкие мелки. Урок начинается. Каждый изображает жизнь по-своему. Для кого-то это распустившийся цветочный бутон, а кто-то видит ее бушующим морем, по волнам которого проплывает парусный фрегат. Люди начинают внезапно, у них как взрыв происходит творческий, они начинают рисовать так, как не ожидали от себя совершенно. Художница с творческим стажем в несколько десятков лет убеждена: искусству, как и любви, покорны все возрасты. Это подтверждено, я не знаю, уже десятилетиями. То есть те люди, которые впервые пришли, буквально через 2 месяца уже выставка, через полгода персональная. Сама Наталья Баженова выставлялась во всех странах Европы и Восточной Азии. Ее картины хранятся в знаменитых галереях мира, а также в десятках частных коллекций. Я никогда не ездила как турист. Из моих всех сотен раз я ездила только с мастер-классами, с выставками, с как жюри конкурсов и так далее. Только. Несмотря на богатейший опыт и массу освоенных техник изобразительного искусства, Наталья Баженова продолжает совершенствовать свои навыки и таланты. Сейчас я еще увлеклась очень керамикой, но несколько лет. Потом увлеклась несколько лет сумиё. Сделала. Каждый раз что-то. Потом я делала natural art, это инсталляции в природе. То есть я занималась много чем. Художница уверена, прославить свои рисунки на весь мир, под силу каждому. Я хочу нашим людям нашего города, показать, что мир огромный, и они могут участвовать где угодно. Они просто сейчас недостаток информации. А Наталья Баженова готова ею делиться. Прежде чем приступить к практике, посвящает желающих в теорию изобразительного искусства. Говорит, без базы никуда, как ни крути. За уникальную методику живописи с эффектом арт-терапии в 2014 году художница удостоилась звания лауреата губернаторской премии «Наше Подмосковье». А за основательный подход к развитию искусства в округе ее не раз благодарили от администрации и депутатского корпуса. Вы через свои картины, скорее всего, передаете свое настроение. Вы делитесь, вы вдохновляете людей. Наталья Алексеевна, спасибо вам. Вам творческих успехов, здоровья. И еще раз огромное спасибо, что вы делаете и для нашего городского корпуса. На достигнутом Наталья Баженова не останавливается. Сейчас все свободное время посвящает подготовке к очередному культурному путешествию. В этом году интеллигентный сезон, уже 9-й, будет проходить в Крыму. Это Феодосия, Коктебель. Очень интересный конкурс. В Крыму она снова покажет публике свои картины, поделится опытом и почерпнет вдохновение на создание новых работ и пополнит коллекцию своих любимых полотен. Это как дети, картины. Мы в них вкладываем силы, время, деньги, любовь. А потом они начинают нам это все отдавать. Нина Липанова, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.